В праздник День мотоциклиста мы решили заглянуть к настоящему гуру по ремонту мототехники Кириллу Трапезникову. Именно с его легкой руки многие мотопутешественники отправляются на знакомство и изучение дальних краев. О мастерстве шымкентского специалиста знают далеко за пределами города. И даже в праздничный день мы застали Кирилла за работой. Вообще проезжать очень много людей, проехало очень много людей. Ну, на ремонт, по ремонту где-то останавливалось где-то человек, может, 20-25. Ну, это получается примерно 4 сезона. Приводить в порядок и чинить байки Кирилл Трапезников начал почти 10 лет назад. С тех пор на его памяти сотни отремонтированных железных коней. И не только гостей, но и соотечественников. На сегодняшний день он чинит и самые сложные поломки, и работает над мотопроектом, который мастер продемонстрировал нашей съемочной группе. И, как оказалось, мы стали первыми, кто его увидел. Очень много потратили, ну где-то, наверное, в районе 2000, ну где-то 1000 долларов. Примерно ориентировочно был проект. Вот это мы взяли разбитое старое, восстановили, покрасили, то есть полностью был произведен ремонт от А до Я. Допустим, раму, коляску, это было взято из отечественного производства, от мотоцикла Ява. Вот остальное, то что оборудование для мотоцикла, вообще все заказываем, все с Европы или с Америки. 19 июня – это профессиональный праздник тех, кто не мыслит жизни без рева моторов и свободы. Мотоциклисты и байкеры – люди, для которых увлечение мотоциклами – спорт и профессия. Однако в нашем городе праздновать на широкую ногу не будут. Байкеры планируют собраться в тесном мотобратском кругу. Очень много работы, и думаем вечером, наверное, собраться, посидим мы. А так праздник, ну, рабочий день. Телеканал ТВК с момента своего основания тесно сотрудничает с представителями Автомотофедерации Шымкента. Всех любителей быстрой езды на скутерах, байках и мотоциклах мы поздравляем с праздником и желаем ни гвоздя, ни жезла.